Добрый день. Сегодня у нас замечательное настроение, и я приветствую всех вас, приехавших на открытый турнир. Это уже у нас стало традицией вместе с большим турниром, гроссмейстерским. Мы проводим турниры школьников. У нас замечательная база, замечательная школа. Прекрасно, что мы пошли шахматным образованием в городские и поселковые школы. Ну а здесь у нас, конечно, центр шахматной мысли детской, у вас замечательные педагоги. И мы в этом отношении на одном из лидирующих мест в России. Как вы знаете, Ханты-Мансийский округ, Ямал, Тюменская область приняли программы обучения шахматам. У нас существует школа для талантливых детей. Но в Тюменской области мы уже, я думаю, в этом году, в наступающем учебном, зайдем шахматами во все школы, включая и поселковые школы. Вот в Ханты-Мансийском округе давно идет эта программа, и я рад, что она привлекла и вас. Желаю вам успехов, удачи в шахматах, и, конечно, изучение шахмат обязательно поможет вам и в изучении других предметов, и повысит успеваемость и дисциплину. Успехов, удачи, здоровья!